Всем привет! Спасибо, что зашли в гости на канал. Меня зовут Хатуна, и я в Киеве. У меня продолжаются в Киеве курсы по косметологии. И сейчас я и бегу на курс уже. Пообедала, дорогу перенесла, что-то тяжело, тошнило. Видно, из-за того, что лекарства принимаю. И плюс общая слабость из-за болезни. Все, вот мое место встречи. Пошла грызть гранит науки. Так, давайте, ладно, смотрим, папа. Я уже у Анютки, а у них оказалось, мы с ней разминулись, хотя должны были встретиться. У нее Игорька порция, как всегда. Да, молодец. Давай Ханя пожалуйста. Вот, а у нее Гена, он в больнице. Ему с перегородкой решали вопрос. Я уже говорила, что из-за уха. Так, это, по-моему, тебе и детям привет. За юмор, так не юмори, мань мы. Продолжай юмор, продолжает жизнь. Юмор продолжает жизнь. Ой, ну ты так мило, детки сели. Аня была у Гены, записала Гену для детей. И все так сели, смотрят. Лёлечка. Привет тебе. Папа, привет тебе. Папа всех обожает. Вот так. Да, вот так вот исполняется, да? Ага! А папе привет. А давай попробуем на его связь. Ага! Сейчас попробуем. Думаешь, он выйдет на ее связь? Ага! И с интернетом? Ну, там что-то пытались, Wi-Fi. Сейчас посмотрим видеозвонок. Будет ли папа наш? У него мобильный интернет а ты, есть, но ты же не видео сделала, у тебя выключено видео. А, так, хорошо, давай попробуй на Viber. А когда у него с ухом? О, через 3 месяца, сейчас он должен восстановиться с носом, а потом у него будет уже с ухом. Прикинь, да, ну укоротить он не мог. Зачем, да? Ну да. В общем, сидим, я даже еще не переоделась. Сейчас будем пытаться, попытка номер 2. Угу. Может быть, Вайбер прорулит. А! Лёлик в шоке, что у тебя с носом? Расскажи ему, объясни ему, что... Козюли. Нос надо высмаркивать. Скажем, что ты вот то не высмаркивался, поэтому козюли засохли. Что? Что? Ханя, ты нормально? Я нормально. Мы скажем, я детям тебя покажу, скажу, дядя Гена плохо высмаркивался, позасыхали козюли, так что в больницу пришлось лечь. А ему вставать, он может вставать да, или нет? Да, есть, он да? может, ага. Пить ему нельзя, потому что может рвать. Здесь такой красивый вид из окна, я на 19 этаже, и когда темнеет, все машины на той дороге, они как гранатовые бусы, фары горят, и... Красиво очень. Я уже застелила кушетку. Сейчас придет модель, и у меня будет альгинатная маска. А в первой половине дня был парень, 17 лет, весь в прыщах. Чистили ему нос, чистили бороду. Так вот, сейчас пока никого нету. Я одна жду. Берем водичку. Производитель всегда указывает, в какой пропорции мы берем воду. Я обычно это уже делаю на глаз. Как я сказала, мы доводим консистенцию маски, чтобы она была у нас такая, как сметанка. И делаем это очень быстро. Итак, зачем, почему нам нужна... Thank you.
сейчас приеду. Я приехала уже домой, Мишка встретил. Не встретил. Ну, идем пить чай. Я поздно Мише сказала, что я уже на дамбе. А поздно сказала, потому что смотрю очень интересный фильм. Остров, да. Это мне кто-то посоветовал, когда я просила фильмы в дорогу. Может, тут будет крошечка на вас, нет? Нет. Обалденный фильм. Вот кто любит фильмы в стиле, в жанре Lost, потерянные или затерянные, то это в таком стиле. Даже также оказываются на острове 10 человек, которые ничего не помнят. И им надо как-то жить. Ничего не знают, никаких зовут, ничего. Но фильм такой сложный и глубокий. И он, это как некий такой эксперимент над тем, что человек, он по своей сущности, по натуре уже содержит в себе всякие отрицательные качества. Или эти качества появляются из-за обстоятельств, окружения, рядом людей, да. И, короче, фильм глубокий, потом к этим людям, которые оказались на острове, возвращается память, и они начинают меняться. Ну, он какой-то глубокий, сложный, и он интересный. И не длинный сериал, всего 7 серий, первый сезон. Первый сезон. Какие 7 серий? Сколько? То есть я больше качал? Не, 7. Ну как 7? Я же больше качал. Да? Там 12 серий. Ну очень интересный. Это, наверное, пока в этом году самый интересный сериал, который я смотрела. Он и с мудростью, и с глубиной классный. Вообще классный. Называется «Остров» этой студии Netflix. Потому что островов много, как оказалось. В оригинале называется, кажется, «Земля Ай». Вот. И по-русски тоже называется «Земля Ай». Ага. Английская буква «Ай». Вот. Очень классный. Мы идем пить чай. Я учусь. Уже на следующей неделе я заканчиваю свою учебу. Буду официально выпускаться. Наверное, закажу для инструктора своего преподавателя пирожные. Такие 6 пирожных красивых закажу. Ну, типа как благодарность. Форме прыщей. А? Форме прыщей. Форме прыщей. Не знаю, просто напишу там, дякую за навчання, або там шешись. Обычно девочки дарят, кто орхидею живую, кто не знаю. Ну, в общем, вот так. Я прям в Киеве закажу, то посмотрю. Все, мы пришли пить чай. Фигу. У меня чизкейк и чай. И цветочки я взяла. Здесь так по-весеннему красиво я взяла цветы. Но они, правда, стояли на вот том столе. А я их взяла и сама себе сюда положила на стол. Все, буду кушать. На Мишу обиделась. Потом. Блин, это все. Я в дойке. Мы в магазине. Вот этот соус классный возьму. Пришли в магазин. Я сейчас на молочке. Кошки творожок взяла. Потому что поняли, что... Мы вспомнили, что Михася могут прийти поздравить друзья. В 12 вечера. У них такая... Ночи. Мода. Могут и не прийти, но могут и прийти. Поэтому мы прикупили на бутике колбасы и вот такой вот... Ну, типа местный орех. Соус, хлеб. Ну, чтобы было чем их угостить, если они придут в 12. А если не придут, то у нас не пропадет. Да? Все. Идем. Ведь не взяли, чай будет. Чай будет. Я пошла за... Так вас раз взяла? Зачем? Говорю, да, сок томатный, Миша не пьет. Ну, все. Пой чай пьют все. Я уже дома. Даже уже скупалась. Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Есть небольшая усталость, ну, потому что дорога, все понятно. Елисей кормит ласку творогом. Сейчас нужно... Да. Нужно еще замариновать мясо мне, потому что завтра у Мишутки день рождения. Я почему и приехала сегодня в вечер. Вообще, по идее, нужно было еще завтра заниматься, но я перенесла все на следующую неделю, потому что завтра у Мишутки днюха, и я хочу быть дома. В обед сделаем обед семейный такой... Какой-нибудь такой не праздничный, но семейный обед будет. Поэтому сейчас буду мариновать мясо.
Ой, хочется валяться, я даже не знаю, хотела сначала лечь полежать чуть-чуть, а потом думаю, сейчас 15 минут полежу, а потом мясо буду мариновать, думаю, я сейчас засну. Поэтому сейчас сразу мяско замариную, а потом уже будет видно. Все, мы с Викусей уже замариновали мясо, и дочь завалила маму. И что? Елисей нам помог, чеснок чистил. Как всегда, спасибо большое, что заходите на канал, смотрите видео, я буду с вами прощаться. Вот она, Викуся, рыжулька наша, у нее необычная внешность такая. Многие, кто-то там спрашивает, а вы не пробовали утюжком выглаживать? Мы пробовали все, но каждый день утюжком не навыглаживаешь, потому что волосы портятся. Виктория кстати, задумалась о кератине, но я тоже как бы еще не хочу, потому что кератин не очень хорошо влияет на волосы, когда смывается с волос, и они становятся слегка порчены, ну, такие как мочалка. Вот Викуся. Вообще прикольная девочка. Да? Вообще прикольная девочка. Да, мамина. Любите своих деток, детки, любите родителей. Все, все пока. Не теряйте свою индивидуальность. Да. Пока.